Кировец значит мощный, надежный, современный. Тракторы «Кировец» серии К-744, выпускаемые сегодня заводом, это развитие легендарного трактора К-700. От предшественника их отличает более высокая производительность, экономичность, безопасность и комфорт. Серия включает в себя несколько модификаций. Трактор К-744-R1. На трактор устанавливается 300-сильный ярославский дизельный двигатель. 16-скоростная коробка передач обеспечивает необходимый для сельскохозяйственных работ диапазон скоростей от 4 до 29 км в час. Переключение 4 передач внутри каждого из 4 режимов осуществляется без разрыва потока мощности. Гидросистема рабочего оборудования с гидрораспределителем фирмы Bosch имеет 3 пары выводов для гидрофицированных орудий и агрегатов. В качестве дополнительной опции все тракторы серии К-744 могут быть оснащены 5-секционным гидрораспределителем и аксиально-поршневым насосом Zauer Danfoss с регулируемым потоком масла, что является необходимым условием для работы со многими посевными комплексами. Топливный бак емкостью 800 литров, вал отбора мощности и маятниковое прицепное устройство делают Кировец К-744-R1 более функциональным при выполнении основных сельскохозяйственных работ. К-744-R1 – оптимальное соотношение мощности и производительности. Многие российские и зарубежные производители сельхозорудий подтвердили эффективную работу своих орудий при выполнении различных сельхозработ в агрегате с нашими тракторами. К-744-R2 – самый мощный из серийно выпускаемых тракторов «Кировец». Дизельный двигатель мощностью 350 лошадиных сил производства Тутаевского моторного завода, 4 пары выносных линий для гидросистем, машин и орудий, комплект для сдваивания колес позволяют решать самые сложные задачи в максимально сжатые сроки. За долгие годы интенсивной работы тракторы отлично зарекомендовали себя при работе с почвообрабатывающими орудиями как российского, так и зарубежного производства. Особым спросом у земледельцев пользуется модификация К-744-R2 с двигателем Mercedes-Benz. 6-цилиндровый рядный двигатель имеет более высокий крутящий момент и меньшее потребление топлива по сравнению с другими аналогами. Немецкий двигатель делает трактор «Кировец» еще более надежным, экономичным и производительным. Комфорт механизатора также залог высокой производительности. Поэтому на всех тракторах серии К-744 установлен кондиционер, удобно подрессоренное сиденье, а рулевая колонка регулируется по высоте и углу наклона. Кроме того, кабина имеет встроенный каркас безопасности, а панорамные стекла обеспечивают максимальный обзор, так необходимый для качественной продуктивной работы. Опыт эксплуатации этих машин показал, что современные кировцы 5-го тягового класса не уступают по своим техническим данным именитым зарубежным аналогам, а по соотношению цена-качество даже превосходит их. К-744-R2 – максимальная мощность по доступной цене.